В Иране вынесли еще 3 смертных приговора. Мера высшего наказания коснулась участников протеста. Их обвиняют в убийстве и нанесении травм стражам порядка, а также в организации беспорядков. В Тегеране при этом уточняют, решение можно обжаловать. Отмечу, мировое сообщество не раз призывало иранские власти не преследовать демонстрантов. По данным правозащитников, за пару месяцев задержаны свыше 2000 человек. Многие из них подвергались пыткам. Всего в результате столкновений погибли сотни людей.